всем привет, ребята! Вот и наша новая серия Пэмпро Рояль. И как-то давненько у нас не было вашей самой любимой рубрики, а именно выживание голым в соло на третьей карте. И поэтому сегодня будем развиваться именно так. Ну а вам я желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же не забываем про подписку на канал. Ведь нас с каждым днем все больше и больше. И так, глядишь, такими темпами, может, через годик, ну и дойдем уже до первых 100 тысяч и до первой кнопки на канале. Ну а мы начинаем, погнали! Порой даже мне нужны вещи, чтобы играть, и я их покупаю в магазине Метромаркет, самый крупный и старейший в мире магазин, у которого уже сейчас закупаются все, кого я знаю. Здесь можно безопасно и быстро приобрести вообще все. Ну и где кто есть? Как бы я только что сюда бежал и слышал максимально четкий выстрел с М24. А сейчас только лишь вижу трупик и пару подстволок рядом с ним. По-любому же сейчас подбегу туда лутать, и мне точно так же хедшот в голову и прилетит. Хотя парня я вообще рядом не вижу. Да и как бы я кручусь тут уже минуту где-то. 100% бы и по мне зарядил. Ладно. Будем считать, что он просто свалил. И надеюсь, мне сейчас ничего ниоткуда не прилетит. Иначе это будет прям максимально тупо и обидно. Серьезно? Понял. А паренечек-то, оказывается, никуда и не ушел. Готов. И причем точно так же, как и я. Видимо, голый в соло. Раз он с пары попаданий всего отлетел. Только вот он всего лишь фиолетовый. Ну, блин, и на этом спасибо. Хотя бы жетончик всего заберем с патронами. Только вот мне кажется, пока я тут тусил, все люди с остальных респов вообще уже свалили. И тут в принципе делать нечего. Поэтому погнали дальше. Вот вроде бы там не делал ничего такого особого. И один фиг пришел совсем поздно к центру карты. Мне кажется, тут вообще уже людей не осталось. Серьезно? Нормальненько. Видимо, все-таки я вовремя сюда подошел. Готов. Причем вообще, грубо говоря, вслепую. Чтоб вы понимали, надежды на то, что я сейчас бы в него попал, у меня вообще не было. Просто на удачу пару раз кинул, чтобы его немножечко с толку сбить. И на тебе. Случайно добил. И еще и красный. Вы серьезно? Он же, по-моему, в четвертом сете был. А, все. Понял. Не, видимо, пора искать рюкзачок побольше. Прям явно сильно больше. А, даже так. Тут еще один появился. Нормальненько. Вот все-таки я вовремя сюда подошел. Не зря с респов пораньше свалил, не стал там дожидаться кого-то. Еще и тут лут. Ну капец. Одни только патроны чего стоят. Мне этих патронов вообще на полтора боя вперед хватит. И причем еще и останутся даже. Ну как бы все. Получается, осталось только найти чуть-чуть помощнее броню и хотя бы четвертый либо же пятый рюкзачок. И все. И цель ролика уже выполнена. Да ну не! Это-то еще кто и откуда взялся? Я так понимаю, это люди с тех самых рюкзаков, с которых я сегодня решил пораньше отвалить. О, тычечка есть. Вот еще бы как-нибудь позицию бы здесь поменять. Ну, либо же очень хорошо его раздамажить. Чтобы он сам первый поменял позицию. Оп, по-моему, попал. Блин, сейчас будет максимально глупо, если точно так же и этого с подстволок заберу.
А, даже так? Он до сих пор думает, что я там за домом стою? Нормальненько. Походу, еще один изи килл. И еще эта фуловая шестерка. Блин, было бы хорошо броню снять. Готов. А, ну да. Как обычно, убиваешь бомжика, с него падает что-то очень крутое. Убиваешь нормального залутанного паренечка, и с него падает лишь оружие. И то даже не на самом топовом обвесе. Какого фига, блин, вообще фуловая шестерка делала здесь с улучшенной с карелькой? Типа как бы все, вообще кризис. Ну все. Тут вроде бы как все самое ценное подлутал. Теперь осталось только еще того парнишку залутать, и можно уже наконец-то двигаться дальше. Причем, скорее всего, я так понимаю, это будет первый временной босс. Ну, либо же карточка из магазина. Куда, я думаю, 100% надо будет забежать. Ну, как бы могло и получше выпасть все-таки. Потому что этот парничек, по-моему, если меня память не подводит, бежал в пятом фуловом сете. А выпала всего лишь четвертая голова. О, а вот и первый временной босс. Как раз на Снейкпите. Ну все, видимо, я и нашел туда, куда мы теперь отправимся. Как раз прям напрямую через магазинчик и сразу же на Снейкпит. Чтоб там прям одними из первых появиться. Ну либо же вообще первыми. А, ну да. Даже не удивлен, что он раскуплен. Ну ладно, погнали тогда за бойсиком. Не, все-таки, я так понимаю, мы тут вообще сегодня первые. Потому что иначе бы вот этого ботиночка 100% кто-то дозабрал. А, ну да, чуть-чуть не дожал. И, кстати, ботиночки-то мертвые. Забаговался. Вот теперь он, по идее, 100% должен сам ко мне выйти. Потому что я уже несколько раз такую штуку пробовал, и почти всегда он выходит. Как, в принципе, и сейчас. А, ну да. То есть ботиночек меня не видя, еще и по мне наяривает. Нормальненько. Вот научиться бы еще так тоже делать. По людям. Было бы вообще прекрасно. Готов. Только вот он поджег тут все. И, видимо, придется прыгать и подгорать немножечко. Ну вот. Вот это уже другое дело. Привет, нормальный четвертый рюкзачок. А то и так вообще ничего не помещалось. А тут хотя бы какие-то шмоточки, ну, можно с собой взять. А, даже так. Тут уже все залутано. Ну ладно. Тогда можно куда-нибудь в сторону школы, например, пробежаться. Потому что я уж как-то давненько там не был. Погнали. Серьезно? Вот только не говорите, что я сегодня первый на школу пришел. За столько-то времени, уже полбоя практически прошло. Нормальненько. А все боты на месте по шагам? И еще и босик на месте. И еще и как назло с дробовиком.
Он типа не собирается агриться? А, все. Заметил наконец-то. Вроде бы несколько раз целых попал, но ХП вообще не снял. Оп, готов. Что? Стальной фронт. Нормальненько. Ну все. Получается, мы изначально заходили в катку голым в соло, чтобы хотя бы просто как-то развиться. Сейчас середина боя, и мы фуловая стальная шестерка. И еще и боссик уже появился. И еще и флайер выпал. Не, сегодня явно у кого-то в этом бою чутка подкручена удача. Ну все. Тогда теперь за следующим боссиком и на выход. Я уже более чем доволен. Погнали. И этот готов. Ну все, теперь можно максимально спокойненько забирать босса и топать к выходу. Еще и через рожок. Заодно и глянем, есть там босс или нет. А у боссика-то пятый рюкзак на спине? Нормально. Это именно то, чего сейчас мне не хватает. Я бы сейчас вот ни разу не отказался от рюкзачка. А, ну да. И он, как обычно, решил пойти и загаситься. И еще и пятый броник? Неплохо. Вот все-таки с каждым разом я прихожу к такому выводу, что вот как ты ни крути, но боссов куда выгоднее убивать. И причем не важно, какая это карта. Особенно третья. Потому что сколько боев у меня не было, ну максимум там 2-3 раза бывает не везет. Но вот если сыпет, то с них прям сыпет. Ну все, тогда погнали к выходу. И как ни странно, видимо, пока я там забирал боссика, кто-то пришел и зачистил вообще весь рожок. Там мало того, что ботов нету, там нету вообще ничего живого. Ни босса, ни ботов, ни снайперов. Идеальная тишина. Ну и ладно, тогда на этом моменте, наверное, и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию, поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом, ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Пока!